Привет всем! Ну что ж, пришли книжки Tiptoy, которые недавно были в упаковках Kinder в Германии, в упаковках по 4, и можно было купить две такие упаковки из 4 киндеров и получить книжки Tiptoy, практически оригинальные, да, может быть, чуть-чуть меньше они по размеру, ну вот такие вот классные, да, самые настоящие Tiptoy книжки, около 17 евро стоит такая книжка. Кто не знает, обязательно будет еще обзор на то, что такое Tiptoy, но вот покажу. Покажу, как это все работает. Есть такой пульт, он когда-то и в России выходил очень давно. Вот я купил подержанный, еще дороже, чем новый сейчас в Германии стоит. И здесь у нас просто книжка, где в любом месте можно тыкать этой ручкой специально, и тогда будет много чего происходить, звуки издаваться, говорить будут. Но вот, кстати, киндеры были сразу раскуплены, их вообще нигде нет. У меня вот друзья пытались найти буквально через несколько дней, и все раскупили, хотя можно всего две таких книжки на один домашний адрес заказать. Ну, в общем, кто не смотрел, ищите Tiptoy, подержанные еще можно купить в России, в том числе очень классные книжки. Я вот тоже купил несколько штифтов запасных. Да, то есть в любом месте можно нажать, и будет либо кто-то что-то говорить, либо, ну, какие-то истории рассказывать, либо вот собака будет гавкать. В общем, классно, можно купить за 3 евро упаковку 4 киндеров, вроде как должны они на этой неделе снова поступить в продажу, так что ищите. И да, здесь у нас разные варианты, игра, например, что-то найти кого-то. В общем, ну здесь у меня немецкая версия, да. Сейчас покажу, как все это работает на русском языке. Ну вот такие вот классные книжки, да, в любом месте можно нажать и будет что-то рассказываться. Ну и это одна книжка, вот классно искать, например, каких-нибудь человечков, велосипед или еще что-то. И вот классная книжка с животными. Тут прям настоящие звуки издают животные. И очень классно сделано. Видите, сова. Вот, кого угодно. Ну, либо рассказывает. Вот, медведь рычит. Есть также песенки. Тоже классно. Ну, в общем, сделано очень-очень классно. У нас очень много книжек Tiptoy. Сразу скажу. Да, вот ежик, песня. Очень много Tiptoy, очень много игр Tiptoy, на русском в том числе все есть. Ну и вот сейчас я покажу пример книжки на русском. Да, ну вот такие классные, специальная версия для киндера вышла. Вот, видите, носорог, лев, слон. Можно, чтобы что-нибудь рассказали про этого животное. Да, ну вот то, что у слонов большие уши. В общем, классные книжки, специальная версия, видите, для Kinder сюрприза. Ну вот много у нас книжек, это вот только немецкая, видите, здесь разные песни, да, разные классные песни, да, ну вот в любом месте абсолютно можно нажать. А вот, например, есть книжка немецкая, несмотря на то, что она немецкая, на нее можно загрузить русский язык, и вот тоже у нас ребенок учит таким образом. Да, цифры на русском. И видите, если я пошевелю ручкой, то будет 1, 2, 3 и все такое. Да, можно, видите, будет по-немецки. Но вот если взять русскую ручку, надо именно взять русскую ручку, специально купить, ее больше нет новых, только подержанную можно купить, то даже с некоторыми немецкими книжками она работает на русском. Можно загрузить русские озвучки, и вот так это работает. Вот, то же самое, видите? Только уже все по-русски. Потрясающие книжки, очень нравятся нам, очень нравятся ребенку. Можно прям в любом месте нажать, и все будет классно работать. Игра вот, например, тоже. В общем, друзья, кто еще не знает Tiptoy, обязательно сделаю обзор. Много разных классных игр, действительно, прям вот мы играем в последнее время. Угадать животного по звуку или по отпечатку следа. В общем, классная идея. Не знаю, почему в России не продается. В Германии очень-очень популярно, да. Вот Kinder раскупили сразу же, но вот, наверное, достаточно дорогие книжки. Каждая книжка такая где-то 17 евро стоит, 20. Игры даже, да, тоже где-то примерно в этом диапазоне. Но... по-моему, очень-очень классные книжки. Да, вот такие вот две специальные версии. Так что ищите упаковки из 4 киндеров, если вы живете в Германии, и заказывайте. Правда, только две можно всего книжки заказать, две разных. Вот были раскуплены, вроде как должно
должно быть сейчас еще появиться в магазинах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И всем спасибо. Пока-пока.